Yedi darganımızdan da yeke patı bakom sürüyoruz. Hoş geldiniz. Olmaz. Yedi darganımızdan da günlüklerine yapaş geldiniz. Первым делом Дарига Назарбаева направляется в класс, где кадеты изучают иностранный язык. Занятием по английскому в республиканской школе Жасулан отводится 146 часов. Есть у ребят возможность получать дополнительные знания и после основных уроков в свободное время. Кроме английского, здесь можно выучить и турецкий язык. Дарига Назарбаева интересуется у воспитанников, как проходит обучение и вручает сертификат на приобретение дополнительных компьютеров. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, сіздердің біздің мектепке жасаған сыйлықтарыңыз үшін үлкен рахмет. Бізге көрсеткен қамқорлықтарыңыз үшін үлкен алғыс айтамыз. Үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Жақсы оқыңдар. Приятным сюрпризом для курсантов становится и подарок от акима области Жансита Туймебаева – сертификат на новую музыкальную аппаратуру. Особо отличившимся глава региона вручает 15 путевок на международную выставку «Экспо». Курсанты республиканской школы продемонстрировали гостям свои познания в химии. А затем пригласили на выставку, подготовленную воспитанниками школы, и медицинский кабинет. Наша школа, она является военной школой, носит имя Героя Советского Союза Сабира Рахимова. Данный визит, он впервые в нашей школе произошел. Мы очень рады, что руководство страны, руководство акимата области уделяет повышенное внимание становлению и развитию нашей республиканской школы Жас-Улан. Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента во главе с председателем Даригой Назарбаевой отметили, что необходимо улучшить практическую подготовку кадетов, а именно обучать владению военной техникой. При этом школам нужно предоставить дополнительные часы и учебно-методическую программу по начальной военной подготовке. Но прежде предстоит подготовить квалифицированных преподавателей. Республиканская школа Жас-Улан располагается в этом здании с 1983 года. На ближайшее время запланировано строительство нового корпуса в районе Шымкент-Сити. 7 гектаров земли уже выделено.